У нас есть такой прекрасный гость. Мне не нравится такое определение, знаете, VIP. Очень-очень важный человек. Мы на самом деле для Бога, мы все VIP, мы все важны. Нету таких бесполезных людей. У нас у каждого есть такой божественный потенциал, что лучами своего сердца мы можем согреть эту всю Вселенную. Избавить ее от холода. Но я очень счастлив, что сегодня именно с вами, в этот день, вице-президент BRICS International Forum, Interreligion Dialog, вице-президент по межрелигиозному диалогу, его святейшество Махатма Шрипад Шри Прем Прайоджин Прабу. Давайте его приветствуем прямо из Швейцарии к нам. Excellency, please. Ladies and gentlemen, His Excellency, Ambassador of Ethiopia, I'm honored to be here today to address you. Дамы и господа, ваше высочество, господин посол, я очень рад сегодня быть с вами в этот день. I want to take this opportunity also to thank the Universal Peace Federation. Также я хотел бы поприветствовать Федерацию за всеобщий мир. For the wonderful work they're doing in bringing harmony to the planet. То, что делает сегодня Федерация за всеобщий мир, для того, чтобы установить всеобщую гармонию и мир. I'd like to take this opportunity to speak just a few words about culture. Я хотел бы воспользоваться этой уникальной возможностью в этом месте произнести речь и коснуться такого важного момента, важного, я бы даже сказал, феномена, как культура. What is culture? А что же на самом деле есть культура? Culture is the environment in which every individual person can grow and evolve towards their perfection. Это та самая окружающая нас среда, питательная среда, в которой, развиваясь, любой человек может достичь совершенства. But we have to ask ourselves, мы должны спросить самих себя, is this modern culture really meeting the requirements of the individual growth and evolution of every individual? Вот все запросы, глубинные запросы нашей души, они удовлетворены современным веком с его быстротечной культурой, профанной культурой. We see that through music, through media, through cinema, through the arts, and in so many ways, only frivolous, temporary pleasures and comforts are being promoted. Мы видим, что сегодня, к сожалению, все медиа и все культурные инструментарии в основном промотируют кратковременное удовольствие. And in education, a very materialistic and reductionistic approach to life. И мы видим, что даже сфера образования, увы, она пропагандирует этот материалистический и эгоцентрический образ жизни. And the result is that the young people grow up feeling as if they have no higher purpose or meaning. И так получается, что молодое поколение брошенное, потерянное, оно живет без смысла жизни. A Japanese university made a study in England and found out that 90% of all the students, university students, thought that life has no meaning. Вы знаете, вот пристрастные такие японские социологи, они взяли и изучили студенческую среду в Великобритании. И они поняли, что 90%, казалось бы, Великобритании, студенты, они полностью лишены смысла жизни, они не понимают, для чего они живут. And this is not surprising. If people are educated and trained in such a way to believe that the human being is just a biological machine. И это вообще не должно нас приводить к какому-то удивлению. Это неудивительно, потому что нам современная сайентистская парадигма говорит, что наше тело – это всего лишь биологическая машина, не более. So a disaster happened as we approach the modern times. Мы видим, что современный мир – это сплошная перманентная катастрофа. And that is that a schism came between science and religion. И мы видим, что полное непонимание, нет никакого взаимодействия между религией и наукой. So that people think very often that religion is quite a primitive idea. Большинство из нас думают, что вот, ну, так называемые ученые люди, они думают, что это всего лишь примитивная идея религии, это такое пережиток. A superstitious idea. Она такая, очень нежизнеспособная. So in our Chaitanya Academy, we are based in the holy land of Vrindavan in India. Я представляю международную образовательную академию, Чайтанья Академия, которая
прописано в Индии, во Вриндаване, в священной земле. And we are presenting projects in education for the complete synthesis of science and religious thought. И наша стратегия, наша модель, наша парадигма – это объединить религию и науку, чтобы они протянули друг другу руку взаимопомощи, дружбы. By which any person from any religious background can very scientifically understand the nature of their soul. И тогда на основании научного, сугубо взвешенного подхода каждый может реализовать, что целью религии является постижение своей собственной души. Then we can understand that life is a journey in search of love for God. И мы тогда поймем, что вся наша жизнь — это приключение для того, чтобы найти, обрести любовь к Богу. There are many people giving suggestions how to improve society and the situation in the world. Столько много советов, как нам развивать экономику, как нам развивать современное общество. But the ancient sages of India have said, Janasya Krishnarvi Mukasya Daivat Dharma Shilasya Sudukitasya, that all the problems of our worldly life come from one thing, disconnecting our consciousness from God. Но древнейшие ученые, мудрецы Индии, процитировал Махарадж сейчас как раз эту шлоку из аутентичных писаний, они говорят, что целью общества человеческого является обретение любви к Богу и наших взаимоотношений с Богом. The degree to which our consciousness is separated from God, to that degree becomes disordered and disequilibrated. И вот нарушение гармонии как раз – это разъединение этих новостительных связей между душой и Богом. Когда они обретутся вновь, тогда придет гармония. And the chaos and problems in society are directly proportional to the chaos and problems on the psychological platform of the individuals within society. И поэтому все наши так называемые материалистические проблемы – это всего лишь некая реакция ума. То есть просто ум, разъединенный с Богом, приносит страдания нашей душе и телу. We want to work with the educators, with all types of religious denominations. Мы хотим работать со всеми представителями ученого сословия, с представителями различных религий. Мы открыты к сотрудничеству. To establish very scientific understanding of the functions of the human mind, the human intelligence, the human ego, and the soul. И самое главное, конечно, наша парадигма – это прежде всего антропология. Понять нашу душу, понять наше тело, понять, как устроен наш ум и как устроена, в первую очередь, наша собственная душа. It is not just that in the absence of God consciousness there is suffering. This is not the only tragedy. Поэтому существует только одна трагедия – это наша разъединенность с Богом. But the real tragedy is that the individual person missing the unlimited bliss, the unlimited joy, and the unlimited love of their eternal relationship with God. Когда вот эта безграничная, всеблагодатная, всерадующая энергия Творца не находится в нашем сердце, вот это является трагедией. Вернуть ее – это наша задача. Everyone is searching for happiness and love. Потому что мы все, что там уж говорить, хотим счастья, ищем его. In Sanskrit, God is called Krishna. А вот на санскрите одно из имен Бога – это Кришна. Krishna means beautiful, attractive. Вот, например, слово Кришна означает привлекательность. Красота. Yes, красота. Совершенно верно. And Na means Ananda, joy. Ана означает блаженство. So everyone is searching for that which is beautiful, attractive, and full of joy. На самом деле, если разобраться, мы все именно к этому стремимся. Каждый из нас ищет блаженство и красоты. So every soul is searching for Krishna, for God. Это две великие доминанты, которые нас мотивируют, чтобы жить, искать красоту и блаженство. So music, education, culture, everything should be directed to being very supportive, like a family, supporting everyone in the search for their perfection of life. И музыка, и искусство – все это должно быть направлено для того, чтобы достичь совершенства человеческой жизни. So I invite everyone, please be in contact with us, Chaitanya Academy, if you like to take part in educational programs or even just on a personal level, learn about the art of meditation, self-realization and God-realization. Я к этому призываю всех вас к сотрудничеству, призываю вас всех к взаимодействию. Давайте открывать новые образовательные программы. Давайте вместе сегодня творить красоту вокруг себя, божественную красоту. And you're welcome to speak with me afterwards, and you can get some of our books on the subject of ancient traditional meditation. Давайте
вместе поблагодарим нашего почетного гостя Махатма Шри Прем Прайоджан Прабу, вице-президент BRICS International Forum. Уважаемые дамы и господа, сейчас происходит такое знаковое событие, потому что величайшая святыня, которая от храма самого Улан-Удэ, самого Итигелова, великого, как вы знаете, мистика всех времен и народов, то, что украшало его в божественном трансе самадхи, отдается как украшение нашему замечательному гостю. Давайте поприветствуем! Спасибо. Это очень огромное спасибо. Very symbolic. Dialogue of civilization. Диалог.